Югорчане смогут внести вклад в развитие культурной жизни региона. Так, в округе стартовал новый проект «Югра культурная». В его рамках каждый желающий может стать инициатором новых идей в работе окружных музеев, театров, библиотек, центров народного творчества и других объектов культуры. Это значит, что югорчане помогут сделать культурную жизнь региона такой, какой ее видят сами жители региона. Кроме того, каждый пользователь портала «Открытый регион Югра» сможет поддержать понравившиеся инициативы земляков. А те идеи, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы, а их авторы смогут проконтролировать их внедрение. Отмечу, что принять участие в проекте можно на портале «Открытый регион Югра» до 25 мая.